Привет, мои дорогие. Я вернулась, слава богу. Прошу извинения, что я очень долго не снимала. Был казус с фотоаппаратом, я думала, что я его разбила. Как-то перекидывала фотографии на компьютер и зацепила провод, который был подключен к фотоаппарату, и фотоаппарат у меня полетел. А сейчас мы сделаем видео. Кому интересно, вот такой вот макияж Ксении Бородиной из реалити-шоу «Дом 2». Поэтому, кому интересно, кому понравился этот макияж, оставайтесь со мной. Ну что же, я оформила свое лицо тоналкой, пудрой, нанесла румяна и в области глаз нанесла консилер, чтобы тени хорошо держались и был свежее взгляд. Теперь я беру у меня из палетки Avon Cosmetics True Color Tiger's Eye. С вот такой палетки возьмем вот такой вот серый цвет, как у Ксении. И здесь есть такая кисточка, поэтому нам не нужна другая. Наносим на глаза. Проходимся по подвижному веку и вот так вот проходимся немного выше подвижного века, чтобы создать такой дымчатый эффект и размытый немножко. Когда мы оформили глаза серыми тенями, мы переходим к черным. У меня это Rhapsody Eyeshadow 12 номер. Ну, обычные черные, короче, берете. И вот так вот такую стрелочку делаем, небольшую, но толстенькую. Она тоже такая будет дымчатая, совсем-совсем не видно. Но к тому же она придает такого четкого взгляда, мне кажется. Вот так чуть-чуть отводим. Как стрелочки делаем. Затем берем такую, ну, растушевочную тушь, которая у вас есть. И вот так вот немножко проходимся черными тенями. Также как стрелочку, только такую дымчатую стрелочку. Ну, так можно растушевать немного. По краешке здесь тоже можно растушевать немного.
последние штрихи. Это берем обычные белые тени. Ну, главное, чтобы они, наверное, были перламутровые лучше. У меня вот такие вот. Обычные, короче, белые берем. Берем нашу кисточку. И наносим на уголки глаз. Вот здесь вот. Немножко в начале можно пройтись. Затем берем белый карандашик обычный. И во внутренние века вот красим. Как вроде бы, чтобы взгляд был шире и более раскрытым. Также и здесь. Затем у меня вот такая вот тоже тушь от Avon, супер, я не знаю, как это прочитать, в общем, вот это. Я тут тупой чувачок. Я даже ее еще не видела, потому что она у меня, в принципе, она у меня новая. И, конечно, наносим на глаза. И, конечно же, последний штрих – это помада и блеск. Вот такого вот цвета помадка. Она у меня очень, на мне немного бледноватая, конечно. Так что я вот так чуть-чуть и нанесу. Совсем чуть-чуть, как бы, не то что выбелить губы, но чтобы они такие были светленькие. И наверх нанесем вот такой вот блеск, вот если его размешать так с помадой. Будет очень даже хорошее сочетание. Он как бы немного бежевый, а вот если размешать сейчас, вот. Видно, нет. В общем, на губах будет лучше всего видно. А, блеск от Avon Plump Out Natural Pack. Ну, там, наверное, вряд ли будет видно.
такое неплохое сочетание. Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Это была Елена. До встречи.